Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас из солнечной Анапы. От дома отъезжал, подальше от моря, температура воздуха была 29. Сегодня на календаре 31 мая 2023 год. Сейчас у нас показывает 24 на градуснике. Вот такие вот разницы. Всего лишь 3 километра или там километр до моря. Сейчас проезжает Джимате. Людей здесь довольно-таки прилично уже. Открылся парк аттракционов, солнечный остров. В скором времени ожидается открытие аквапарка. У нас опять было атака БПЛА, в этот раз на Афипский. Давайте посмотрим видеосюжет, как это было. Очень страшные, конечно, кадры, тем более сюда уже прилетало. Афипский нефтеперерабатывающий завод горит. Опять по ходу атаки дронов. Это вообще жесть. Афипский НФЗ. Блин, это жесть. Вот недавно же здесь атаки были. Ой-ой-ой-ой-ой. Господи, помилуй, чтоб все живы были. Чтоб еще не взорвалось. Капец. Да я снимать буду, что криво. Также хочется выразить огромную благодарность всем тем людям, которые поддерживают наших дорогих солдат. У нас завтра выезд. Надеюсь, что все получится. Получится передать машинку семье и друзьям Артура из Ростова. Огромнейший привет. Спасибо им за всю организацию. И семье Зверевых огромное спасибо за финансирование этой поездки. Сейчас у нас на море дует сильный ветер. Вот по тополям можно увидеть. Сильно это так слабо сказано. Для вас купание запрещено. Для меня это, так сказать, возможно, даже не хватит на то, чтобы покататься. Но мы едем на пляж Мажипсин и посмотрим, как там все выглядит. Также пришли хорошие новости по Суку. Вчера под вечер установили забор. Я попросил в видео Путина помочь, и походу он помог. Спасибо огромное вам, наш главнокомандующий, что обратили внимание. И тут же убрали забор в ночи. И сразу же сегодня приехал трактор убирать все эти стойки, которые там есть. Надеюсь, что мы их больше и вообще никаких заборов на наших на пляжах не увидим. В Джимате сейчас все выглядит вот так. Ну, в принципе, я думаю, видеосюжетов хватит, которых я вчера и сегодня выложил, чтобы понять вообще обстановочку. Надеюсь, что волны выплюнут все водоросли, и море станет чистым и прекрасным. Хотя в зеленых водорослях, в принципе, беды тоже нету. Они, наоборот, чистят наше море, что очень хорошо. Ну, а теперь подъезжаю все ближе, крестим пальчики, чтобы ветра мне хватило. Тогда вы сегодня посмотрите кадры катания из моря. Будет интересно. Многие знают, но здесь у нас есть черешневые деревья, но еще не поспела она. Хотя вот здесь уже крупные плоды. Подъезжаем мы к гостевому проезду. То есть все заставлено машинами, все же работает, людей тоже достаточно в этих местах. И смотрю, что пооткрывались уже столовые. То есть надо и на гостевой проезд прийти, поснимать все ценники. Но активности я, кстати, что-то не особо вижу. Видео про столовые, поэтому не знаю, стоит ли их отдельно выкладывать видеосюжеты или делать один большой. Пишите об этом в комментариях, друзья. Это район Феи 3 мы проезжаем. Там заканчивается ремонт, и в скором времени уже тоже начнет работать пансионат. Ну, Пионерский проспект выглядит пока еще пустынным. Обычно здесь людей побольше. Здесь на подъезде возле Катрана работают уже все заведения, шашлычные, то есть готовы вас встречать, кормить и развлекать. Ну и подъезжаем к повороту на пляж Мажипсин. Это, можно сказать, пока единственное место, которое осталось для подъезда поближе к морю и с еще бесплатной возможностью припарковаться. Заворачиваем, здесь подарочку, Лазурный берег, заезжаем.
Хотя попытки установки шлагбаумов здесь уже были замечены раньше. Будем надеяться, что больше мы такого не увидим. Вообще мы это место спасли от возникновения забора. То есть он здесь вот по левой стороне дороги шел, забирая даже часть самой дороги. Но сейчас эти места пока свободны. Будем надеяться, что так это и останется на долгие года, дорогие друзья. Дорога здесь убита как раз таки потому, что непонятно пока кому принадлежит данная территория. Так было бы хорошо здесь сделать асфальт, хорошие парковочные места, хотя бы единственный пляж для особенно людей с ограниченными возможностями поближе подъехать у нас, чтобы имелся, потому что дорога, она муниципально официальная, и, как сказать, вас наказывать за такой близкий подъезд здесь никто не будет. Хотя, смотрю, здесь гостиницы отсыпали вот здесь себя некоторые гравий, за что им огромнейшее спасибо. Ой, я вижу, что там уже выставились пляжи. Это тоже большой плюс. В море температура 23 градуса. Ну, я смотрю, что люди уже отдохнувшие уходят с пляжей. Вот так вот выглядит наш пляж Лагуна возле речки Мажипсин. И в обратную сторону видом. Уже сделал настил для того, чтобы можно было по нему дойти. Ну, я люблю ходить по песочку. Ух, ну, ветер вроде есть, волнишко есть. Все классно. То, что надо, чтобы море становилось чистым и прекрасным, таким великолепным анапским. Надеюсь, что все именно так и произойдет. Здесь уже остановили торговые точки. Ну, а также появились люди, которым пофиг, что здесь пляж, и заезжают прям сюда, на береговую линию. А я такой с грузом тащусь пешком. Панамочки, шлепанцы. В общем, все, что вам только надо, возле самого берега есть уже, друзья. Вот так. На море пахнет морем. Это очень хорошо. Смотрю, что люди, несмотря на сильные волны, которые выходят на берег, все равно залазят в море. Опасно это все. Берегите себя, ребят. Не повторяйте ни за мной, ни за другими людьми, кто на кайтах катается, либо другими водными видами спорта занимается, потому что все это чревато и опасно. Вон, я вижу Александр на кайте. Вон там еще один кайт поднимается. Это Галина у нас, по идее. И я такой выхожу на пляж. Мы сейчас пойдем туда в левую сторону. Кстати, обратите внимание, какой мостик сделали интересный. Красота. Ой, вижу, там на ноге катается, или на серф-доске даже, слушайте. Не просто кайтеры, еще и просто на досках. Фантастика. Ну и водоросли валяются, ребята, все на берегу. Какое море теплое. Это просто нереальный кайф, ребята. Их выплюнуло всех. Море чистейшее просто. Фантастик! Возле моря 24,2 температура. Сейчас я замерю температуру водички. Но я уже счастлив, ребят. А, это у нас, по-моему... А, не, не знаю, кто это. Или Галя, или не Галя. Но похоже на нее. Я пойду сейчас туда, вот, в левую сторону тоже. Буду там с ребятами пытаться стартануть. Ну, либо здесь. Сейчас будем принимать решение, как говорится, что делать и пытаться. Да, это Галя, она на такой доске по волнам катается. Вот, мы ждем Александра, он нам расскажет, что здесь. Александр! Нет, он уехал. Так, тут уже и дочка пришла, Сашина, пытаемся дозвать. Подружка Даша, они прям обожают друг друга, в одном классе учатся. И вот к нам все-таки Александр подъезжает, так вальяжно и красиво. Как я скучал по морю, я надеюсь, что получится. Ух, красота. В общем, мне сейчас дадут вот этот 15-й кайт, у меня 15-ки размера нету. И я попробую на нем закатить. Ребят, что получится. Если раздует сильнее, то буду брать свою 12-ку. Красота, ребята. Волны, море, как мы их ждали. Настя, обратно! Вот дети ловят удовольствие в речке. И здесь вот на меляках. Вот Настюху тоже выгнали. На тех сидит на берегу. Прочитала лекцию о том, что нельзя заходить одной в море. Тут вернулись и все. Видите, как происходит все это быстро. Это на самом деле опасненькая ситуация. Хочется, чтобы
все были живы и здоровы в нашем море, купались и приезжали только за хорошими эмоциями. Ну а так на пляжах великолепно, друзья мои. Если потом останется возможность, может быть, еще сделаем облет, чтобы вам показать точно, что водорослей больше нету, и можно получать максимум удовольствия от того, что происходит. Красота нашего Черноморского побережья очень-очень меня радует. Это тоже пляж у нас, получается, муниципальный. Девушки гуляют, красавицы. В общем, немного людей, но они, в принципе, есть. А это самое главное. А мы идем сейчас на секретный пляж, там, где меньше всего народу. И надеюсь, что у нас все получится с вами. Здесь в этом году тоже сделали опять подкоп дюн. Вроде бы не доровняли, хотя бы до низа бугорок остался. И мы подходим, где раньше был пляж Фейтрин. Сейчас я вот их размещения здесь не вижу, что лично для меня очень странно. Ой, мужчина, смотрите, как далеко залез в море. Ну, просто ребята не знают об опасностях вообще побережья. Поэтому думают, море по колено, а все будет хорошо. Не дай бог прихватит сердце, не докричитесь, вас никто не услышит. Ну, а здесь наша база. Ух, ух, Саня тоже разделся, я смотрю, и кайфует. Фантастик. Еще добрый день! Счастливые лица на море! И Александр к нам выходит тоже из морских глубин. Вас. Как там море? Отлично, Юра, погода супер, тепло, вода шикарная. Вся пиля прибита к берегу, там чистота, порядок. Супер. Мне сейчас пятнашечку дадут, попробую. Говорит, сыну, попробуй. Попробуешь, ты? Да нет. Почему? Давид, давай. Мы как эти хатика, как тут как люди относятся, да? Ждем ветра, наконец-то случился. А здесь ему говорят, давай. Нет, нет, нет. И мы начинаем, друзья мои. Ветра, конечно, очень мало. Это 15-й кайт, то есть на 3 размера больше, чем мой. У меня двенашка. Но все равно мне было очень тяжело, потому что ветра, в принципе, не хватало сегодня. Никаких прыжков, в принципе, речи и не было. Видите, сложно проходить волну, стартанул. Плюс пока привыкнуть к чужому кайту, это тоже довольно-таки тяжело. Поэтому всегда лучше кататься, говорится, на своем оборудовании. Но я благодарен Александру с Галиной, потому что они мне дали возможность сегодня и вам поснимать, потому что самые красивые кадры все равно это в море. Ну вот, получилось разогнаться, стартанул, проходим волнишку. Она сегодня небольшая и только возле второй мили начинает рушиться. Дальше море, в принципе, практически гладкое. Туда уезжают дальше, там встречались метр, наверное, метр сантиметров, наверное, по 50-60 волны. Ну, а это максимум. Они, в принципе, не замечаются уже, когда ты катался в большой шторм, и когда видел волны выше тебя ростом. Здесь, видите, какие шикарнейшие кадры. Чистейшее море, отъехав чуть-чуть подальше от берега. Ну, как чуть-чуть. Это для кайтера чуть-чуть, для вас это вообще немыслимое расстояние. Но тут ты находишься наедине. Только ты, ветер, море, стихия. И захотелось пару слов сказать вам. Море. Ну и стартуем. Поехали в обратную сторону. Будем пытаться подойти к берегу. Сегодня недолгое видео кайтерское, но мои подписчики, которые пишут комментарии, говорят, что такие видеосюжеты им заходят и очень нравятся, когда вокруг тебя одно только морюшко, которое дарит тебе великолепное настроение, хорошие эмоции. Сегодня, видите, уже без гидрокостюма, только вот такая вот кофточка. Магазину Диску спасибо огромное за совет, у них прикупил, он находится у нас в Анапе, можете поискать, если вам что для дайвинга, либо подводной охоты надо, либо водных видных спортов, там практически все это есть. И шикарно просто подлетать к берегу, когда ты видишь его приближение и ощущение такой свободы полета, красота. Конечно, прыжочков не хватило, плюс приходилось разгоняться и пытаться бороться, чтобы зарезаться, но это сегодня получалось очень сложно. Меня сразу же слило вниз по ветру, и
им потом пришлось все-таки идти пешком. Но это будет потом. Я где-то минут 40 сегодня катал, немного. Потом ветер вообще скис, и пришлось выходить на берег и возвращаться уже пешочком. Подходим к самому берегу. Вот она, близкая линия. Оттормаживаемся, разворачиваемся и идем на следующий галс, чтобы получить еще больше эмоций. Ну, я честно очень скучал по морю, поэтому готов был воевать с кайтом, даже с 15-м, махать им как можно сильнее, чтобы ехал. Вот еще один подход к берегу, проходим волны. Ну, честно, уже как-то опыта, когда набираешься, это даже не волна, а так небольшое удовольствие. Разворот, погнали в обратную сторону. Хоть и много энергии и сил уходит, но все равно это не то. В шторм тебя выматывает гораздо сильнее. Ну и гораздо приятнее тем, что там ветра больше. Ты можешь летать. Этого, наверное, больше всего хочет каждый кайтер. И последние галсы давайте еще вместе с вами сделаем. Вернемся обратно к берегу. Такая красота, далеко, далеко. Но какой цвет здесь у моря, ребят, обратите внимание на это обязательно, потому что вот именно к такому морю тебя постоянно и манит. Под берегом все-таки водоросли немножко там перемешались, вот силы волны не хватило, чтобы совсем все выбросить, но их стало меньше гораздо. Причем вы видели, когда вначале заходил возле реки Можипсин, то там водичка уже практически чистая была. В том месте, где мы стартовали, там, к сожалению, водоросли присутствовали, да, сейчас на моей руке можно разглядеть, они есть. Я представляю, как любят девушки потом их доставать из своих купальников. Ну и, собственно, возвращаемся к берегу. А сейчас пойдем еще с вами немножечко искупаемся в нашем любимом морюшке, чтобы получить еще больше эмоций и позитивного заряда. Сегодня моря много. Ну что, ребята, 3 часа дня, лето в Анапе по разгаре. Ребята с большими кайтами еще катают, а у меня не хватает, короче, на мой вес ветры, большому сожалению. Ох, он даже подлетает немножечко. Там тоже подошли ребята, хотят обучаться кайтингу, а мы пойдем на волнах чуть-чуть. О, смотрите, как круто. У-ху! На доске, вот под присмотром мамы, Настя учится кататься на волнах. Прикольно, слушайте. Мужчина заходит очень далеко, но это чревато, конечно. Но я не могу говорить, что это страшный шторм там, или еще что-то, потому что это опасно для жизни очень, купание запрещено, но при этом ощущение просто фантастика. Свизгает, крикает. Сейчас тоже будем принимать полный. Чего страшно? Сейчас посмотрим, как она поедет. И ты готова? Не поехал. Еще. Вот это. И пошла. Красота. Кайф. Видите, водоросли немножко перемешала. За счет этого тут они присутствуют теперь. Но туда дальше, когда я уезжал, там было круто. Там было просто восхитительно. Вообще без каких-либо комментариев. Ну
общем, не повторяйте, что делаю я. Поэтому что это очень опасно. Хочу еще сказать, ребятки, что очень сильно сегодня сносит. Вот я зашел, где вот тот мужчина был. А меня течением уже унесло в бок. Пытаюсь до второй мили доплыть. Что-то у меня плохо получается. GoPro мешает. Здесь, в общем, с водорослями. Чуть-чуть не хватает волны, чтобы все это выплюнуть на берег. Ну и так вода, в принципе, почистилась уже. Немножко уже очень хорошо. По крайней мере, лучше, чем было. Они подходят к берегу. Походу все. Завершается это свое катание. Посмотрю позади. Так, ребенок один пошел. Посмотрю. Ну теперь все вполне довольны. Могу возвращаться уже и домой. Очень хорошо. Очень круто и классно. Столовая номер один. Людей становится больше уже. Сейчас как раз таки у нас там 4 часа, но уже все пообедали, я думаю. С этой стороны параллели у нас люди тоже присутствуют. Работа идет потихонечку, смотри. Косички плетутся. И на параллели движуха есть. Это самое главное, чего хотелось нам, без чего мы жить, в принципе, не можем. Без движения. Подготавливать под фотографии. Здесь у нас оптовый склад разнообразной продукции. Очень хорошие цены. Чай, специи, медок. Приходи, покупай, дружок. С левой стороны беленькие наши, любименькие, отдыхающие. Вам всем привет. Я, собственно, не закончил видео, потому что надо добраться до Артура и сказать спасибо еще людям, которые там кое-какие вещи передавали для нас. Здравствуйте! О, улыбаешься. Уже очень все хорошо. Я смотрю, как здоровье. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы так и было. Где этот человек? А нет, этот не этот. Человек из Домодедова, Володя и Юлия. На СВО нам передали 1000 рублей. Домодедово, спасибо. Лайк вам огромный. И лекарств целый пакет. Он такой вот передал. Это у нас Ильсурчик. А номер где-то он записывал номер, не знаю. Да номер нам-то зачем? Ну, не знаю. В общем, Ильсурчик, тебе тоже спасибо огромнейшее. Но Артур нас скинул. Пришла какая-то женщина, напоила Артура и увела его с точки. Вы говорили, зачем я ругался. Так было? Я помню. Да. Нет, вот сегодня, сейчас. То есть Артур говорит, братское сердце, не ругайся, пожалуйста. Да. Лето кончится, Артур, бля. Добрый день. Ну, теперь вот на этой новости, ребятки, мы можем с вами отправляться уже домой. Жалко, что Артур... Не знаю, ушел. Мы с ним еще повидались перед отъездом, а так, ну вот, женщины приехали. Печалька. Вот то, что я просил. Пожалуйста, девчонки, не делайте так. В общем, жалко, но будем надеяться, что все будет дальше хорошо.